Всем привет! С вами дядя Володя Страшный. На самом деле я такой человек, что с вами поздороваться нормально не могу. Привет, ребята! Как дела? Как здоровье? Как настроение? Хули молчите? Шутка, конечно. Шутка юмора, ребят. В общем, сегодняшняя тема у нас тема моих покупок. И сначала я расскажу первопричину моих покупок. Первопричина моих покупок — это кривое переднее колесо моего мотоцикла Ишпланета 5 Голубушка. Недавно вы видели на моем канале видео мотопутешествие, состоящее из трех частей, где я ехал, матерился, ругался, чертыхался по поводу кривого переднего колеса. И вот ведь парадокс, чтобы колесо было не кривое, всего лишь нужно ключик. Это ключик на в данном случае это ключик 7, а здесь цифра 6. На цифру 6. Ну, может, на 6,5, не знаю точно. Но дело-то не в этом. Хрена толку с ключика. Нужны еще знания. А у меня есть колесо. А у меня, ребят, есть колесо. Да? А у меня есть колесо. Вот такое колесо. От Ижа с орионовской вилкой. И, как я люблю, спецованное под дисковый тормоз. Вот такое колесо. Колесо это необычайное. У этого колеса в ступице 303 подшипники. Ай-яй-яй. И больше у меня ни хера нет. Не, у меня еще есть майка. The Flaming Lips. Мазафака. Ну и как водится, раз у нас что-то есть, значит, надо что-то и принести. Ну, так как в наше время уже ничего не украдешь и не принесешь, приходится тратить деньги. И вот я сгонял в Курск. Об этом тоже будет видео. И это я вам гарантирую. Сейчас уже конвертируется в 40-минутный ролик. И купил вот такие вот аксессуары. Почему аксессуары? Потому что я за ними ездил. Это жимок какой-то там ТТРовский. Вот. Он сразу в сборе со шлангом 95-сантиметровым. И с суппортом, с колодками. Правда, вот клинышек из между колодок выскочивший. И вот так вот тут все голенькое. В общем, это я буду на орионовскую вилочку корячить, ставить. Ну, чтобы закорячить, поставить, тут всего лишь надо переходную пластину забубенить. Собственно, я думаю, что мы с этим справимся. Но вот загвоздка-то. Вот здесь же крепится привод спидометра. Улитка. Улитки у меня нету. Но у меня есть улитка от какого-то китайского мопеда. Она новая. Я ее сегодня купил. Потратил за нее денег. 450 рублей. Ну вот загвоздка. У этой улитки отверстие 15 миллиметров. А как мы знаем, подшипники вот в том колесе какие-то интересные. 303 новенькие вот у меня. Это 205. Опять же, вот для этого, чтобы сзади поменять. В общем, будем здесь протачивать на 17 миллиметров под ось, потому что и подшипники,
хоть 303, хоть не 303 под ижевскую ось, а она у нас 17 миллиметров, о чем сейчас мы и поговорим. Как поется в песне «Поговори со мной, мама, поговори о чем-нибудь». Юниор номер 270, чешский ШЦ. ШЦ — это штангель, циркуль, членомера. Ну и придонки. Придонки мне подарили батарейку у него. И теперь он у меня, о чудо, функционирует. Нажимаем Zero, когда он сомкнутый. На Zero, чтобы все было по нулям. По нулясам. И сейчас будем вот этим кончиком, вот этим, мерить диаметр внутренний подшипника. Раздвигаем, 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 раздвигаем. О чудо! О чудо! Почти что 17 миллиметров. 16,92. Сейчас мы померим ось, ижевскую ось, которая у меня тут задняя завалялась. И посмотрим, сколько же. 16,94. Ну, с натягом, я думаю, войдет. 16,94. С натягом войдет. Ну и, собственно, мы сейчас это и посмотрим. Посмотрим, войдет ли ось ижевская в 303 подшипник, для того чтобы входит, выходит. Не знаю потом, как вытащить это все будет, но заходит. Вот такие подшибосы. В общем, нам нужно 17 миллиметров вот из этих 15-миллиметрового отверстия, 17-миллиметровое сделать, для того чтобы эта улитка, это привод спидометра, подошел нам на Рион. А ширину мы уже там подберем, сделаем, может, втулочку какую-то, тыры-пыры, чтобы вот эта вещь вот этими усиками цеплялась вот за эти выемочки. Вот. Мы, может быть, сделаем. Сейчас я вам покажу это все. И это же не просто так. И ни хрен знает где. А это тут и здесь. И прямо даже сейчас. Ну, почти что подходит. Немножко растопырить. И все будет окейно. Вот. Вот так вот все будет крутиться. А еще я вам расскажу, что улитки бывают левого вращения, правого вращения, разного вращения, вернее, улитки. Но они зависят от того, с какой стороны колеса они стоят, во-первых. Да. В основном на тех мотоциклах, на китайских, на которых они стоят с правой стороны. Если они отдельно улитками идут. Ну, мне так сказали. А спидометры тоже бывают типа левого вращения правого. Но я как бы не поверил, но поверил в то же время. Поэтому я купил спидометр сразу. А почему я купил спидометр? Он, кстати, 500 рублей стоит. Потому что у этой улитки вот этот коннект под китайский трос спидометра. Вот такой китайский мотоциклетный, мопедовский. По длине он подходит. Самый длинный выбрал, который был. Но вот здесь вот гайка не подходит. Что-то я затупил. Из-за этого я купил спидометр. Гайку чик. Берем советскую гайку обычную. Распиливаем ее. Одеваем. И прикручиваемся. Она притянет. Если мало, сюда шайбу вырежем. Тоже такую разрезную. Нахер мне китайский спидометр. Я, кстати, его купил. А он какой-то уже кем-то ковыритый. Смотрите, ребят. Он кем-то уже ковыритый. Ковырятый кем-то. Вот здесь вот он загнутый немножко. Сразу показываю. Может, он ехал так неудачно. Ехал не в купе, а в плацкарте.
Не знаю. Ну, в общем, я всем доволен. Конечно, я поставил бы китайский спидометр. Вот такой, на 120. Но дело в том, что у меня на голубушке на 160 стоит. И как бы это солидно смотрится. 120 это так, фу-фу. А с другой стороны, я тут стрелку могу положить. А там херушки. В общем, пишите комментарии, что мне поставить. Я смогу его поставить, разобрать там механизм этот. Туда поставить. Можно даже стрелку ижевскую присобачить сюда. Но вряд ли тут начнешь стрелку снимать. Блять, вырвешь все потроха, все с кишками, все вылезет. Пишите комментарии, что думаете по этому поводу. Так что пишите комментарии, что думаете по поводу установки мною на мой мотоцикл. Вот такого конструктива, который я придумал. У меня к вам вопрос есть. Что вы думаете обо всем этом, что видите? Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.